всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш усатый Альберт Вескер. А это вновь Lara Croft Underworld. Мы продолжаем проходить Tomb Raider. Надеюсь, вам нравится. Но прежде чем мы продолжим, я вспомнил одну такую вещь, что когда мы проходим каждый уровень, нам же даются новые раскадровки и все остальное. Давайте посмотрим, что у нас есть, чего у нас еще нету. Может, что-то новенькое нашли. Это вот все пока у нас было, насколько я помню. Подождите, не все. Давайте вот еще раз все посмотрим, прежде чем мы начнем. Потому что такую красоту, ну, нельзя пропускать. Реально, очень красиво все сделано. Что-то мы уже с вами видели, что-то нет. Игра у меня вот здесь вот на экранчике, поэтому я смотрю на вас, не переживайте. Смотрю вниз, смотрю вверх. Вот этот мне очень нравится, какой красивый арт. Вот этот тоже очень хорош. Видимо, планировалось, что Лара сначала спустится туда, но они немножко перестроили уровень. Ну и правильно сделали, я считаю. Красота. Вы только посмотрите, ведь какая красота! Вот сделали же люди! Вот сделали же люди, это просто... Концепции, планы о месте кров. Мне тоже это нравится. Календарь Майя. Вы только посмотрите! Шибальба. Владыка Шибальбы. Змей Шибальбы. Молот Маятник. Натла. Тюрьма Натлы. Коридоры корабля. И пока на этом все. Но, скорее всего, что-нибудь нам еще дадут, я так полагаю. Может быть, наброски персонажей нам дали дополнительных. Зип был, я помню. Уинстон. Набросок. Аманда. Алистер покойный уже. Двойник. Ранние наброски двойника. Вот, кстати, вот маски, вот это вообще было шикарное решение, кажется. Наемник. Чем-то на Ларсена похож из Anniversary. Наемник-ныряльщик. Браконьер. О, вот этот вот вид браконьера мне очень нравится. Я даже его запринтскриню себе. Потом буду воплощать. Вы посмотрите. Вот у вас мышка... Да, у вас мышка виднеется. Вы только посмотрите такая. Извините, я не могу просто не проронить. Такая. Ну, слушайте, я... О, вы только посмотрите, я прям вот на нее похож. Кстати, это уже музыка из Underworld, из Anniversary пошла. О, Натла такая. Красота, да и только. О, вот это уже наша Натла. Ну и все пока что, да? Ну, немного, конечно. Так, что еще? Наброски снаряжения. Вот это, кстати, тоже интересно, мы это еще не смотрели. Так, это перчатка Тора. На круг захвата. Наброски кубры. Кстати, вот это я точно зафиксирую, потому что я хочу делать более точные свои модели в блендере. Я буду их улучшать в скором времени. Скорее всего, даже отдельный стрим поэтому проведу. Потому что надо обновлять своего персонажа, надо обновлять все. У меня навык уже немножко отточился в майнкрафтских персонажах. Надо теперь их улучшать. Красота. Ой, красота. Так. То есть мы открыли все снаряжение. Слушайте, это вообще прекрасно. То есть с этим проблем нет. Этому я очень рад. По раскадровкам... Пока пусто. Они, видимо, откроются, когда будет финал. Ладно, давайте же продолжим.
Я надеюсь, в этот раз Лара будет двигаться, потому что я в последний раз записывал в прошлое воскресенье, сейчас еще суббота вечер, как раз таки после стрима по Resident Evil Hardcore 21, плюс там еще и режим настоящее выживание. Но по сути, оно сложное поначалу, но ты привыкаешь быстро просто бегать туда, перебирать. Да и тем более настолько сохранялка осталось даже больше, чем было за Джилл. То есть, реально. Сядь для этого океан. Мингарский змей. Явно сказочный образ какой-нибудь. А, ну да, я не смог забрать в прошлый раз оружие. Ну давайте я еще раз попробую забрать артефакт, может быть в этот раз получится. Тем более, смотрите, Лара двигается, она бежит, ребят. Она бежит, аллилуйя. Слушайте, может быть мне повезет. Лара, давай-ка. Она в прошлый раз ходила только пешком, а сейчас бегает. Слушайте, я пользуюсь шансом. Нет, нет, нет. Ах, ладно. Помри. Был шанс, что она бегает быстро, знаю. Если она сейчас будет ходить медленно, все, это кошмар тогда. Но если не будет, тогда это все прекрасно. Я не буду включать вебку, пока я не достану вот этот самый артефакт. Я хочу, чтобы вы видели мою реакцию на все это дело. А, да, Лара. Слушайте, а может это дело в молоте? Нет, с молотом она тоже бегает. Так, все. Я пока не буду выключать вебку, ребят. Почему? Потому что я хочу, чтобы вы видели мою реакцию. Как только мы заберем все это дело, я выключу вебку. Я знаю, что она включена, не переживайте. Так. Я только надеюсь, что враги еще не появятся. Вот чего я боюсь. Но технически они появиться не должны. Ты серьезно? Она серьезно, ребят? Спасибо. Ну я рад, что она теперь сейчас не ходит, а именно бегает. То есть, смотрите, она может, если аккуратно, то есть, она даже медленно ходила сама, то есть, я не могу заставить ее ходить медленно, чему меня это удивляет. Все, от этого избавился. Походу, ей понравился Эйтер по вкусу. Иначе бы она в него не прыгала бы сама постоянно бы. Лара, я знаю, тебе нравится Эйтер. Вкус, наверное, хороший, такой освежающий, бодрящий, бессмертие. Видимо, в прошлый раз, ребят, был какой-то глюк, из-за которого она просто не хотела работать. Ну, буквально. Буду считать это именно так. Считать это именно так. Играем на геймсире. Ссылочка, если что, на обзор будет в описании. Я не буду выключать вебку. Пока я не доберусь до этого артефакта, я не буду выключать вебку. Артефакт, часть вторая. Я назову, видимо, эту часть. Я, наверное, даже назову, если уйдет целый час, полчаса на это, я выделю на это отдельную серию, где я буду чисто с вебкой. Зато, кстати, буду знать ваше мнение, нравится вам с вебкой или нет. Конечно, следующая, в любом случае, дальнейшая часть прохождения будет без вебки, как только мы доберемся оттуда. Но я думаю, я сейчас быстро со всем этим делом справлюсь, как только Лара соизволит поработать на меня. Спасибо, мисс Кроу. Я же прыгаю с края. Ее это не устраивает? Я ничего не понимаю. Как это работает? Все. Не спрашивайте, я не знаю, что происходит. Так. Может быть, вот с этого края надо прям вот разбежаться? Да. Хм.
нас теперь есть шанс заполучить все, что нам нужно. Что меня очень радует. Есть. Теперь. Вот сюда. Нет! Надо было спуститься все-таки на болт. Ну ладно. Ой. Зато вы знаете, как я реагирую каждый раз, когда что-то происходит не так в лаве. Надо сказать, эксклюзив. Эксклюзив, так сказать. Хотя вы этот эксклюзив видите на любом стриме у нас, но... Эксклюзив для прохождения Полари. Если же вы смотрите это в шортсе, то у вас есть отличный повод посмотреть полное видео. Ссылочка, кстати, на полное видео будет в описании, если... Ты допрыгнула! Она допрыгнула! У меня сейчас глаза разъедутся во все стороны от злости. Но я рад, знаете, чему? То, что она сейчас управляется. А мы уже 11 минут страдаем всем этим делом. Так. То, что она сейчас начала бегать, прыгать, и хорошо. Там однозначно артефакт, я вам говорю. Вот эта зона... Да... Я не знаю. Походу, Лара говорит, бросай это дело, ты сам говорил. Я знаю, что я говорил, Лара. Ты меня вывесил в прошлый раз, но это не значит, что я обязан, как говорится, отказаться от такой возможности, тем более ты соизволил наконец-таки двигаться. Может, мне просто по-другому нет? А, кстати, а почему бы и нет? В чем проблема? А, ясно, в чем проблема. Жива? Есть. Давай, 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 залезай. Залезай. Так, неплохо. Не-не-не-не-не-не, Лара, вот сюда. Все правильно. Так, отлично, 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 молодец. Так. Так, теперь вот сюда. Теперь, ну, ту я зачищу потом. Сначала вот сюда. Давай, заходи. Наконец-то. Я очень рад, что она наконец-то соизволила работать. Я в прошлый раз перезапускал игру, думал, может заработать. Нет. Видимо, в этот, видимо, что-то сработал, какой-то триггер, или просто игра отдохнула. Последний я не исключаю. Так. И нам осталось активировать вон тот символ, видите, у ее косы. Прямо рядом с ней. Символы работают, пока их все не активируешь. Так, теперь... вот сюда. Теперь... Лара, соизволь, пожалуйста, прямо. Спасибо. Прям тебе, ох, как благодарен сейчас. Так. Давай, спускайся. Теперь вот только посмей здесь помереть, я тебя прибью на ровном месте. Да! Я же сказал! Да, меня это бесит.
подняться снова наверх. Кстати, я имею в виду вот по лестнице. Может, там какая-то точка сохранения должна с собой. Там же был чекпоинт в свое время один раз один. Наверняка второй сработает. Да, я вот на это потрачу сейчас время, ребят. Возможно, на это уйдет... Ты коснулась земли! Хотя ее... Она... Ну ладно, она бы лишилась бы ступни, но она же сама выжила бы. Хотя... От боли, может, впала бы. Вот здесь прямо одна беда с этим. Здесь с этим Эйтером сплошная беда. Причем, заметьте, в прошлый раз у нас такой беды не было. То есть она спокойно все это дело проходила. Здесь не было такого, чтобы уж это прямо серьезная беда какая-то, что она не способна все это дело пройти. Нет, она способна все это дело пройти. Вот вы видели, она упала буквально в камень. Как? Я прям удивляюсь. Так, походу Лара хочет мне сказать, что не получит этот артефакт. Я получу его, я все практически артефакты забрал, за исключением одного. И то потому, что я не думал, что я не смогу его забрать, но мы его заберем потом. Да, я, наверное, устрою отдельную запись для этого дела, но... Ага, да, перебежками сработает. Перебежки работают, хорошо. Так. Отлично. Сначала там. Я сейчас спущусь вниз, посмотрю, будет ли там точка сохранения с чекпоинтом. Есть! Слышали? Сработало! Главное, чтобы сейчас вот эти вот заразы не... Вот эти вот бессмертные. Хотя, как говорится, вспомнишь и появится. Есть. Но мы сохранились. Две точки должны были сохраниться. Даже если не сохранятся, воспроизвести их будет нам проще потом. Кстати, последняя точка же сохранения прошлась, так? Где тогда? Так, подождите-ка. Последняя точка сохранения пройдена. Скандинавский артефакт. Давайте вот здесь тогда я его сохраню. Потому что там есть, тут есть. Я не знаю... Нет, продолжим. Я не знаю, как что будет реагировать на что подряд. Поэтому лучше... Мы точно будем воскрешаться в той точке. Вон там, где прозвучал вот этот сигнал колокольчика. Так. Есть. Нет. Вот, ух, ты куда собралась-то? Ишь. Какая борзая. Вот это возьми сначала. Так. Да нет! Лара, ну что ты делаешь со мною? Давайте посмотрим, где она появится. Если появится в том месте, где я думаю, то нам повезло. Да. Именно это. Главное, чтобы не спавнились заново мобы. Вот это будет прямо беда. Нет, как бы не беда, а прибить их несложно. Мы как бы здесь все зачистили. То есть скелетов нету.
Моя вина, в данном случае мой косяк. Ладно, кофе, может, я просто дисбалансирован. Знаете, ребят, и да, я говорил в прошлый раз, что я не буду достать этот чертов артефакт, но черт, сейчас я хочу его достать. Это просто дело принципа, понимаете? Да, мы в одной точке не достали артефакт, это я знаю по своей дурости. Не достали, потому что я думал, что мы будем потом возвращаться. Так, я знаю, что Лара будет прыгать всегда на конец крайней. Так что, в принципе, можем позволить ей прыгать сейчас. Так. Есть. Вот причем мне очень нравится, как они проработали эту систему столбов. Сейчас мне нужно вот туда, вот на тот стол. Так. Спокойно. Залезаем. Теперь бежим вот сюда, активируем деталь, и потом последнюю метку, и стараемся не уронить Лару. Стараемся не уронить Лару в Эйтер. Активируем там все. Так, сначала возьми вот это. Я не хочу это пропускать. Если сейчас все получится... А у нас получится, я прямо в это верю. Я держу за меня кулачки сейчас. Ну как? Вот не зря сделал сохранение на 47. Чтобы лишние телодвижения не делать. Мы будем возникать в той точке. Мы будем возникать в той точке, где прозвучал звоночек. И будем от нее все активировать по новой. Это проще. Лучше его таким путем окольным. Потому что в той точке, да, она постоянно как-то... Вообще не понимаю, как вот в этой зоне какие-то баги. Либо Лара не может бегать, либо Лара пропадает сквозь текстуру. Тут, видимо, какая-то недоработка, я так полагаю. Это единственное объяснение. Походу, у нас прям будет отдельный эпизод, посвященный этой, этому всему делу. Но ничего не поделаешь. Так, ладно, я думал, она прыгнет туда, но она перелетела. Мой косяк. Мой косяк, знаю. Ну, что поделаешь? Эту зону мы просто уже записывали, поэтому я еще... Слушайте, можно было бы по воздуху полетать. Почему она не может летать и цепляться за эти языки? Это было бы так удобно, Лара. Ты же уже это делала в Египте, в Анниверсари. Тебе это же не сложно. У меня там был, конечно, обычный крем. Избавляемся от мусора. Далее активация. Есть. Спокойно. Не падаем, Вейтер. Он ядовитый сам по себе, Эйтер, но... Я не понимаю, знаете, такую вещь, что... Почему? О, как бы это объяснить? Есть. Молодец.
Причем, заметьте, я не слышу здесь даже специального сигнала. То есть звоночка. Хотя здесь она, если помрет, она сохранится, когда добрался до этой точки. То есть, либо тут реально какая-то багованная зона. Вот эта вот часть игры, она забагована, к сожалению. Хотя у меня официальная версия. Вот это сначала возьми. Я попробую бежать сейчас вон туда. Я сказал, прыгай! Ну, ладно, я сказал бежать, но прыгать тоже нужно. Если честно, получится... Нет, я добуду этот артефакт. Я, по крайней мере... Вот видите, она появляется в этой точке. Но я сделал умнее. Да, помучаемся. Да, я, наверное, подсвечу этому моменту целый чертов час. Ну, у меня сама ночь. Ночь в субботу на воскресенье, у меня времени полно. Походу, это будет самая длинная часть. Если хотите увидеть мои муки, прямо смотрите. Если нет, то во вторник выйдет следующая часть. Но я буду рад, если посмотрите мои муки. В конце концов, для этого мы сюда и приходим на YouTube, чтобы смотреть, как мучается человек. Жалко, что она не может сносить эти колонны. Я бы с удовольствием снес бы и сделал бы из них мосток хороший. Во. Так. Лара. Молодец. Залезай. Вот видите, не прозвучал звонок, хотя он здесь должен быть. В прошлый раз он звучал, но я имею в виду в прошлом видео. То есть здесь зона забагована. То есть возникают определенные баги, из-за которых невозможно нормально проходить. Если я разберусь, если я смогу хоть сейчас нормально там подпрыгнуть, то все, это победа. И считайте артефакт наш. Вот это сначала возьми. Я нажал прыгать! Ой, Лара, ты меня убьешь сегодня. Нет, ребят, я не брошу эту затею. Она сейчас начала бегать. Это то, что мне необходимо было. Мне нужна была скорость. Нет, не прицел. Нет, конечно. Прикрытие включено, зачем оно мне? Я не оставлю эту затею, я ее не оставлю. Не думайте, я ее не оставлю. Назову эту часть муки артефактов. Вы помните, как я в прошлый раз прямо вот у меня энтузиазм даже пропал. Но вот то, что она начала сейчас нормально прыгать, ходить,
бегать, не ходить, а именно бегать, меня это прямо сейчас вдохновило. То есть, потому что мало ли еще что произлучится, хотя бы артефакт добудем-то. Тем более сюда же мы больше не вернемся. Нет, может Ларри вернется в будущем когда-нибудь, черт знает. В конце концов, знаете, сколько Эйтера валяется, если здесь, конечно, все не разрушится окончательно под корень. Но руины же останутся скандинавские, а ей это достать, это новое открытие. Это же новое открытие для нее. Давайте смотреть, какой у нее прыжок. Так, вот. Давайте измерять. Знаете, как вот делали в школах? Короткий прыжок с места, с разворотом. С разбега у нее короче. Но если... Но вот с места у нее длиннее, мне кажется. Да, у нее с места длиннее. Да, он реально длиннее у нее. О, смотрите, его даже на этой длине покажу. Видите, на беге он медленный. То есть, реально, у нее он длиннее, если она с места прыгает. Я просто еще понимаю, что там бакованная зона, там часть текстуры отъехала. Я прекрасно это понимаю, ребят. Я это прекрасно осознаю. Держись, Ларуся. Видели, она в камень упала. Причем раньше она туда попадала спокойно. Что-то здесь явно нечисто. Я не откажусь от своей наградки, не думайте. Упрямый Вескер и багованная Лара Крофт. Так, наверное, ее зовут эпизод. Надо записать. А, ладно, не забуду. Я сам сейчас же поставлю на конвертацию. Куда я денусь? Я добуду этот артефакт. Сегодня будет чисто добыча артефакта, ребят. Если не нравится, как я бешусь, лучше дождитесь Торика. Многие мне сейчас сказали, да бросай это дело, не переживайте, ребят, мы сегодня это добьем. Я это вот прям так не оставлю. Меня прям вдохновил тот факт, что она бегает, прыгает и все такое прочее. Так, походу Лара уже начала бунтовать. Я на кем серии играю? Ну, он чувствительный, конечно, но не настолько же. Давай-ка еще раз. Даже не упала.
за 10 действий, в принципе, неплохо все сделать. Открывать уже на эту лечилку. Сейчас я буду чисто экспериментировать, где там ближайшая точка падения у нее. А потом я запущу 47 номер. Ну-ка. Это как? Она прыгнула на платформу, но она упала. Черная магия. Ну-ка, о. Сейчас я еще раз попробую вот этот участок. Если все сработает, значит будем от него прыгать. Но это как 50 на 50 пока что. Вот давайте, вот от урны. О, урн работает. От урны к урне. Тут она короткий делает. То есть обратно она не сможет. Ясно. Сейчас еще раз, третий раз я попробую. Если в третий раз сработает, действую по этому принципу. Вот давайте я сейчас даже чисто для... На тот случай, если это как-то связано было с лечилкой... Ты ж, ну-ка, четвертая попытка, четвертая проба. Если это как-то связано с артефактами, которые мы поднимаем, то, возможно, они как-то... Ну, артефакты, я имею в виду в данном случае именно предметы, а не что-то конкретное. Ну-ка, давайте-ка. Так, вот это вообще что-то... Я сейчас ничего не делал, она сама упала. Она сама упала, я не знаю, что случилось. Ладно, 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 Альберт, спокойно, спокойно, Вескер, спокойненько. Вот чисто сейчас будем экспериментировать. Так, я знаю, как она помирает, спасибо. Тут как бы от нехватки кислорода. И она потом, видите, она легла! Она легла на плиту. То есть мы сейчас видели, как она померла, ее тело легло на артефакт плиты. Это получается рандом, что ли, какой-то? Нет, я сейчас буду точно выяснять, откуда нам стартовать. Лучше так потратить немного времени, но зато сделаем все качественно. И я хочу, чтобы это тоже вы все зафиксировали и увидели себе. Насколько... А, у нас вообще... Может мне тогда эту не брать, а использовать... Ладно, это я сглупил. Возможно, кстати, от этого артефакта надо отпрыгивать. Как вариант, кстати говоря. Он же как трамплин может использоваться. Ну, на него можно встать же, наверное. Да, можно. Да, она отъехала, но потому что не туда прицелился. Но если сейчас это сработает, то карт, руки нам, мы можем спокойно все это использовать. Давайте-ка... Это, конечно, долго... Нет, это долго. Я сейчас испытаю еще раз. Если я все правильно рассчитал с прыжком... Так, ладно, я что-то не такое рассчитал. Он нас затормозил, наоборот. Ох. А что, если я ласточкой попробую? Вот так вот.
Ну-ка, какая длина прыжка будет в этом случае? Может сработать. Давайте-ка попробую. В крайнем случае она нырнет в эйтер. Так, хорошо. Так. Еще раз. Вот сейчас не нырнула ласточка. Я могла бы, получилось бы. Я нажал, но она не среагировала. Но вот этот способ работает. Я сейчас еще раз его попробую. Если все получится, будем пробовать этим способом. На вторую попытку я дам ей сейчас. Потому что мы сейчас прыгали туда-обратно. И как-то на все это дело она среагировала. Нет. То есть здесь рандом. Ладно. Уже 42 минуты. Нет, я добьюсь. Я сейчас сначала пойму, где это все надо применять. А, подождите. Может быть, вот отсюда, вот прямо там, где горизонт. Ладно, вот я сейчас еще раз попробую так прыгнуть, если сработает. Потому что в этом направлении мы как-то прыгали. То есть как-то в большей степени вероятность здесь провалиться нулевая. Сейчас я попробую активировать, взять все. Давай. Видите, куда смотрит? Вот, давай. Финальный тест. Проверим. Работает. Это все прекрасно. Я не просто сюда назад возвращаюсь, ребят, поскольку... Надо активировать здесь, я же не активировал. Попробуем с другого подхода, то есть с другого края. Может быть сработает, может быть вообще не сработает. Не знаю. Но артефакт я обязан забрать. Я посвящаю эту серию этому чертовому артефакту, и я хочу его забрать. Так. Есть. Пока все работает. Смотрите, как мы сделаем. Я сейчас активирую там, а последним будем вон там. Я смогу перебраться быстро по колоннам. Да, я смогу зацепиться и использовать это зацеп, чтобы с Ларой быстро раскрутиться и прыгнуть туда, куда мне надо. Сначала туда. Может быть получится, может быть не получится. Без понятия. Конечно, логичнее было бы оттуда, но слишком большой риск. Нет, как бы риск-то минимальный. Риск-то минимальный у нас, но проблема в другом. Так, теоретически должен был сейчас быть звоночек сохранения. Но я звонка не слышал. Вот. Есть. Получилось же. Я хотел, чтобы она залезла наверх, а она прыгнула в сторону, дура. Ну ладно. Ну, зато мы знаем, что это работает. Кстати, а может действительно с того края начинать? Ладно, если там помрем, то будем начинать вот так же, как делали сейчас. То есть как-то не знаю как.
нас что-то начинает получаться. Это меня радует. Лара, давай-ка без своих фокусов. Она меня начинает прям подбешивать. Альберт, спокойно, 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 Вескер. Вескер, спокойно, дыши глубже. Это всего лишь баги. Игра относительно старенькая. Ей можно это просить. Это нормально, это нормально. Не бывает идеала. Ладно, в данном случае идеальная фигура. Ну ладно, для меня идеальная плоская грудь. Но все равно это же Лара. Она здесь идеально выглядит. Отстать своему каналу. Зато меня радует, что если сундуки разбиты, сохраняются и появляются больше. Так. Есть. Так. Если мы добудем артефакт один раз, даже если мы помрем, он у нас сохранится. Даже если мы помрем, он сохранится, он засчитается. Поэтому я не боюсь, если она не успеет выбраться из-под водопада. Мне главное забрать сам артефакт. Ну, в данном случае это реликвия скорее будет. Ладно, попробуем по-другому. То есть вы видели, мы прыгнули, мы попали, но она... Вот тут баг какой-то. Прямо будто вот игра не хочет, чтобы я все забирал. Походу игра понимает, что здесь должны были появляться мобы, монстры постоянно, но они не появляются из-за бага. Вот это вот мне не нравится. Так. Я сейчас буду прямо действовать теперь вот от того края. Муки Вескера и Лары. Может, у муки Вескера, может... Любовь Вескер к Лариным артефактам. Кстати, вот это хорошее самое идеальное название. Он длинное. Пытка Лары. Неплохое. Неплохая версия, мне нравится. Да, знаю. Видеть однотипно одно и то же, как человек. Битый час тратит время на это все это дело. Это прямо очень весело, я понимаю, ребят. Но я хочу, чтобы вы понимали, если будете играть в этот стиле, что вас ждет. Так что зачем от этого отказываться? Видите, она попала на камень. Она напала, попала на камень. Почему не засчитывается? В чем проблема? Как будто здесь плавают артефакты. Имеется в виду зоны, где, куда она должна приземляться. А кстати, может быть это действительно так? Тогда надо понять, где новая зона. Thank you.
Зай. И вот посми только сейчас помереть. Последним сначала вот сюда, потому что вот это точно нельзя никак в последнюю очередь, поскольку от него очень долго бежать. Если сейчас получится, это будет шикарно. Это самый, вот знаете, я вам что скажу, вот тот, что я пропустил в Скандинавии на Ямантау, на острове Ямантау. Вот это не был самым сложным. Там просто гонишь на мотоцикле до артефакта, и все. То есть его достать несложно, если просто приноровиться. Замучаешься, но приноровишься. А здесь вот реально самый сложный. Это сложнейший артефакт из всех, ребят. Все. Даже я вижу этот артефакт. Нет! Ну вот почти ведь. А почему он, кстати, не хочет раскачиваться? Давайте я сейчас потренируюсь раскачиваться здесь. Да, она помрет, но если она будет задевать Эйтерт, это хорошо. Но я не понимаю, почему он не хочет. Подождите, а может быть там что-то, за что нужно зацепляться, за что я не знаю. Ну как вариант. Ну у нас почти получилось, ребят. У нас почти получилось. Почти получилось, это хорошо. Да, будет самое длинное видео, посвященное самому скучному занятию — добычи бесполезного артефакта, на который я еще потратил целый предыдущий период. Знаю, прямо очень как весело. Знаю, ох, как весело, но... Нет, я что, зря целое видео записывал? Я достану этот артефакт. Я упертый. Я его достану. Тем более я отдохнувший немножко от Лары. Раньше же я ее как записывал раз в неделю, но по несколько серий подряд. А сейчас я прямо свежачком, да еще и после душа. Ну, рейтерского, конечно. Как Лара-то в рейтере уже, наверное, свозюкалась. Кстати, интересно, откуда эта зараза вообще появляется, этот рейтер токсичный? Не оставлю попытки, и не думайте. Натла, ты здесь где-то сидишь, давай помогай. Я открыл тебе дверь к твоему устройству судного дня. Пожалуйста, будь так добра. Соизволь поработать тоже немножко. Подвези Лару. Она сейчас активирует все, а ты ее на крылышках своих. Заметьте, Эйтер, он прямо под всей территорией. Если Лара под него упадет, под какой-то артефакт, то есть зону, где она должна как бы стоять и быть в безопасности, то это все. То есть здесь, на краю этих зон очень опасно, поскольку Лара может оступиться, она оступается, когда падает. Вот в чем соль.
поверхности, где наступиться технически не может. А там, где край, она может оступиться, типа провалиться. Вот так вот, к примеру. Как вы сейчас видели. Она считается как платформа, это не считается как безопасная зона. Все. Бежим. Давай еще время мне потратить. Так, 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 так. Давай, есть. Давай, еще чуток. Почти! Надо было еще сильнее раскачаться, надо было еще сильнее. Она могла зацепиться, почему она не зацепилась? И, ребят, мы близки к финалу. Мы близки к финалу, походу на это уйдет целый час, но черт, мы близки. Походу шортс на это видео выйдет самым безумным из всех, которых я видел. Сейчас вернется. Может, и успею. Ладно. Тогда тренируемся. Почему она... Вот камера еще мне подводит, ребят. Камера подводит. Лара ведь вращается туда, куда камера смотрит. А на какую высоту, кстати, ее надо еще поднимать. Видите, она же не раскачалась толком. Да, давайте сейчас актив... Нет, я сейчас попробую еще раз. Нет, я буду пробовать. Мы близки, ребят, мы очень близки. У нас уже второй раз подряд получилось. Это как тени актив, результат какой. То есть мы близки. И она сейчас в нормальной физической форме. Нашли маршрут, который у нас уже работает, что меня радует. Как бы, конечно, на этом не погореть бы нам. Ну да. Ну ладно.
Чуток не рассчитал. Бывает. Бывает, бывает. Нормально. Я не буду обрезать это видео вообще. Пусть хоть 2 часа, но я слишком много времени на это убил, чтобы отказываться теперь от этого артефакта, тем более, когда я так к нему близок. Ну вы... Вы сами меня примите. Показалось, что там что-то было. Показалось, что там ничего не было. Давай. Логичнее было бы, конечно... Хотя, кстати, вот здесь у нас получается... Я зажал! Технически нам времени хватает. И там, и там. Будем пока отсюда начинать. Я не хочу лишний раз... Не хочу лишний раз... Нарушать что-либо последовательность, тем более мы нашли рабочий вариант. Есть. Слушайте, может это реально вот так вот делать? То есть сначала активировать все остальные? Может тогда мне на 47-й вернуться? Номер. Ладно, сейчас попробуем еще раз. Если не получится, я вернусь на 47-й. Ну, то есть там, где точка вот, вот этих лиц, у этих ворот. И пробуем. Хотя, в принципе, я сейчас здесь сохранюсь, и если она помрет, она воскреснет. Я просто воспользуюсь вот этим багом. Ну, не багом, а чекпоинтом. Давай, Лара. Вот здесь чекпоинт должен был на нас сработать. Активируй. Все. Началось. Так. Отлично, закрепилась крепко наша монтажная пена под названием Лара Крофт. Так. Возможно, здесь с разбегу надо. Есть! 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 Ой-ой-ой-ой-ой, аккуратно, аккуратно. Все, это пошел? Должен был уже пойти. Что-то не пошел, ну ладно. Главное, мы достали, ребят. Все. Засчитан в любом случае, даже если она помрет. Даже если она помрет, артефакт засчитан. Аллилуйя! Все. Так. Теперь сохраняемся. Мы дошли до чекпоинта. И я сейчас сделаю самую безумную вещь. А ну, нырди!
Хочу убедиться, что сохранилась точка сохранения и сохранился артефакт. Да, я безубец. Я зато пока... зато я его официально достал. Все. Отлично. Все, засчитался окончательно. Что ж, ребят. Так, мотора. Повеселиться. Что ж, ребят, надеюсь, вам понравилось сегодняшнее прохождение. Знаю, самое необычное по Ларе, тем более с вебкой в этот раз полноценно, но надо было достать этот гребаный артефакт. И мы его достали. И в следующем эпизоде я посмотрю, что нам это даст. Да, потряси, потряси. Что ж, ребят, ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал, подписываемся на Discord, ВКонтакте, DavinArt, ссылочки в описании. И, конечно же, ребят, пишите в комментариях и к шотсу. Ну, ладно, шотс вы не увидите, вебку, это понятное дело. Но как вам сегодняшнее прохождение с вебкой? Я хочу понять, надо ли вот такие вебки в видеопрохождениях или только на стримах их оставлять? Вот мне очень интересно ваше мнение. Прямо обязательно ответьте на этот вопрос. С каждого спрошу. Что ж, всем до скорой встречи. Всем пока. Еще увидимся, мои дорогие. Мисс Крофт, спасибо за то, что я вас попытал.